Всем привет, ребят! Ну что, сегодня проснулся, решил еще записать вам небольшой видосик по угольной армии. Сегодня у нас очень приятно удивил, честно говоря, базар. Чем удивил? Как видите, сегодня можно получить по 1000 кристаллов. Даже на английском сервере это редкость, что продают по 1000, там по 800 пилят. Ну, конечно, там же покруче плюшки, но у нас тоже это за полпака, считайте, английского, по 1000 камней дали. Удивили, удивили, скажем так. Поехали, сразу же прокачаем смотрителей и потестируем наш составчик. Вот почти два раза можно будет. Потестируем наш составчик с, точнее, без рун. Вчера я проходил, брал руны, сегодня я хочу потестить именно без. Ну, видите, практически 40-е уже. По чуть-чуть качаемся, на английском у меня уже 45-е и выше. Так, окей. Что тут у нас сегодня еще такое интересное есть? Фонтан уже закрыли у нас. Больше ничего такого толкового нет. Лист под призов. Давайте еще тут сейчас плюшечки быстренько заберем и идем пробовать проходить. Тем же самым составом, ничего не меняя. Так. Там у нас по музычке. Не готов был записывать вам видос, но уже решился с утра записать чем пораньше, так, потому что у нас угольная быстро проходит. И отлично. Так, окей, добили. Ну, как видите, с этих акций ничего не падает, честно говоря. Акции даже на английском нет, второй день подряд акции не особо там нравятся. Ну, возможно, потому что у меня уже там все есть. Так, окей, черепа получили, просто мега удача. Поехали, пока у нас еще не пробежали угольных 93% уже. Так, вот такая вот у нас команда. Я тестировал второй раз с выживанием рунами. Сейчас мы сделаем еще один тест. Мы полностью все руны уберем. Так вот. Смотрим на предел возможностей наших героев. Так, снять. Ехали искать. Ну, думаю, сейчас будет посложнее. А может и нет. Все-таки кулдаун тут не маленький. Ну вот, Анубис с Бугименом неплохо себя показывает. Так, окей. С этим решили. Поехали. Верим. Да, все, у меня все уже поехали. Посмотрим, насколько же все-таки нас хватит в этот раз. Ну, где-то давайте до волны 15, там дальше уже будем смотреть, на ком мы конкретно сольемся. Ну, конечно же, если была бы жива, было бы побольше шансов. В принципе, мы и так фармим 25 волн, поэтому
Я уже их зафармил. Все равно больше там это только чисто шанс, когда демоны ставить в былую расту, ставить других героев. Тут как бы стабильность. Так, все, в принципе. Так, ну что, у нас огнекрыл уже пропал. До 15-й волны. Вот так вот. У нас остался боги. Ну, у нас остался Бигфут. Ну, мне кажется, 15-я волна. Так, тыковка у нас есть. Тыковка, кстати, я вам показывал. Со священным огнем. То есть сама суть, она разгонять быстро не будет. И мы будем зависать на этих демонах, убивая волны. Что тоже, в принципе, с одной стороны интересно. Вот она разогналась, уже 17-я. А мы еще до сих пор бьем. Ну, огнекрыл уже попрощался с нами. Пока вроде держимся. 18-я волна. Самое главное до следующей волны. Ой, там уже, по-моему, еще кого-то слили. Да, слили у нас уже тыковку. 20-я волна пошла. Ну, в принципе, думаю, это уже будет скоро конец, потому что... Как видите, тут без тыквы будет очень сложно. Ну, 21-я. Мы просто не успеем их убить. А может и успеем, сейчас посмотрим. Пока держится. Конечно, надо разгон. Разгон нужен. Сейчас волна с ведьмами. Уже думаю, все. Тут разгон именно здесь нужен. 22-я. Да, все. Видите, нет урон, уже стало хуже по сравнению с предыдущим. 427. Вот так вот, не ихти. Теперь еще решил, пока сейчас бегали, убрать полностью питомцев. То есть для такого состава вы увидите максимальные возможности совсем. Если там, там выживание стояло, прошли в принципе тоже на максимум. Стоял, что там у нас было первое выживание, воодушевление тоже там прошли 25 волн, то сейчас, как видите, уже там 21-22, уже все, предел. Так, с этого сняли. Сейчас вообще будет, походу, жесть. Так, третий. Вот видите, какая у нас тыковка. То есть, по сути, вы видите, сколько чего, что влияет, как влияет. То есть одной прокачки героя очень мало. Так, окей. Вроде как бы все, поехали. Быстро, как видите, набирается все. Это самая быстрая локация у нас. Сбор уже намного дольше. Так, вызов, поехали. Так, ну
пока все живы. Ну, до 15-й волны все будут живы. Самое интересное будет у нас дальше. Конечно, опять же, тут очень все зависит от рандома, но в основном, как правило, показывает, оно где-то плюс-минус одинаково получается. Заходы. Так, 14-я волна. Но тут у нас огнекрылый. Вот опять слился. 16-я волна, и опять мы остались без огнекрыла. Но пока у нас есть еще разгон, то еще, возможно, мы продержимся. Вот так вот. Ну, ничего себе, 20-я волна. Но у нас есть тыковка, видите? Вот то, о чем я говорил, ребят, рандом. 21-я, и у нас даже до этой волны остался там только один Анубис. 442, вот так вот. То есть, как видите, где-то есть... Все зависит, конечно же. Есть у вас на героях руны, нет у вас на героях руны. Питомцы, ну, как видите, питомцев нету, нету рун, и все равно мы набили где-то в среднем приблизительно так же, какие у нас стояли питомцы, то есть это где-то приблизительно одинаково получилось. У нас были там одни руны, другие мы набивали по 25 в полном обвесе, 25 волн я имею в виду. Ну, следующий тест я сделаю, поставлю вообще ради интереса, просто какие-то нуба руны. Затестирую себе, пишите в комментах, какие вы хотите увидеть еще тесты. Вот я просто захотел, давно я не бегал на угольную, потестировать предел возможностей героев, и что все-таки будет влиять больше. Ну, как видите, где-то в среднем некоторые итемы получаются одинаково. Все, пишите комменты, подписывайтесь, не спите. Всем удачи, всем пока.